Что это? Где я? Что-то приближается. Следит за мной. Эмили Колдуин. Я знал твоего отца в старые времена. Я не думал, что мы встретимся. Я смотрел, как твою мать убили ради вашей крошечной империи. И тебя спас убийца в странной маске. Я думал, на этом веселью конец. Но Далила и герцог перемешали все карты. Сколько еще своих подданных ты готова убить? Чем ты готова стать? 15 лет назад я спросил тоже у Корва. Этот миг изменил его. Твой черед, Эмили. Она жжет изнутри. Я чувствую, будто я на краю чего-то. Все эти сказки не лгут. Невероятно. Так я спасу отца и верну себе трон. Что это такое? Знаю тебя. Ты помнишь? Это было так давно. Тебе выпало столько бед. Но даже став собственной тенью, я рада тебе. Мама, ты здесь, но тебя нет. В моей руке, но не здесь. Я всего лишь частица самой себя, и мне осталось недолго. Как бы я хотела преодолеть эту ужасную бездну и заключить тебя в свои объятия, но дам лишь это. Мой дар и проклятие. Призови меня, и я направлю тебя, если смогу. Но кто такая Далила? Как она могла? Не понимаю. Далила убивала за пару башмаков. И в тот же год писала величайшие портреты своего времени. Ее амбиции, талант, острый ум привлекли к ней людей и привели к тому, что случилось в башне. Далила не торопится. Она заняла престол, но раскрою тебе тайну. Этим она не ограничится. В 10 лет я скучала на уроках и мечтала о сражениях и путешествиях по океану. А теперь я понимаю, что мир гораздо безумнее, чем мне казалось. Все перевернулось с ног на голову.
Но я буду драться до тех пор, пока мир снова не станет нормальным. Карнака. Самый южный порт Империи. Некогда славный город. Сейчас пришел в упадок. При новом герцоге Сирконская гвардия стала необычайно жестока. Жители избивают. На улицах расстрельные команды. Говорят, столько трупных ос здесь еще не было. Это родина моего отца. Меган Фостер молчит, словно что-то скрывает. Но она помогла мне бежать из Данола, и сейчас мне нужно укрытие. Далила и герцог обвинили меня в том, что по моему приказу королевский убийца уничтожал моих политических противников. Меня лишили всего, но я верну свое, даже если для этого придется сжечь этот город. Тянул меня в это дерьмо. Возвращаться в город, подумать только. В прежние дни мы бы сидели, не высовывались. Вероятно, герцог еще в Данноле. А стенатели, если нам повезет, будут заняты очередным грабежом. Так. Кое-что я поняла. Но что вы с Соколовым здесь делали? Старик любил Карнаку. А когда узнал про заговор и королевского убийцу, решил предупредить Корва. Я знала, что ситуация накалена. Коррупция, всплеск насилия. Я пропускала это мимо ушей. Обычно этим занимаются местные власти. Герцог бездействовал. И по всему выходило, что он стоит во главе заговора. Соколов был потрясен, а его сложно чем-то удивить, сами знаете. Мы готовились отплыть в Данул, но не вышло. Королевский убийца. Да, люк распахнулся, Соколов закричал. Я увидела только, что его тащат по палубе. Я следовала за ними до Адармирского института. Там заправляет Гепатия. Может, герцог пользуется услугами ее пациента, королевского убийцы. Адармир, я проберусь туда. Королевского убийцу нужно уничтожить. А если алхимик мне поможет, то, может быть, я узнаю, что с Соколовым. Пожелайте мне удачи. Я не в лучших отношениях с удачей. Но когда закончите с институтом, отключите сторожевую вышку. Я подведу лодку поближе. Будете готовы, я подвезу вас. Доктор Гепатия, вероятно, олицетворяет все доброе, что только есть в Империи. Мортимер Рамзи. Герцог не мог устроить переворот, не заручившись поддержкой городской стражи. Высаживаю вас в доках. Пора взглянуть на город, где вырос мой отец. Ну, в путь. Не хочу, чтобы меня узнали.
бы довезла вас до Адермира, но там усилили охрану. Воткнули сторожевую вышку. Придется вам ехать на экипаже. Старый герцог Сирконоса многие годы строил Карнак. А Лука, едва получил власть, тут же начал вытягивать из города богатство. Все пустил на оргии и пиры. Похоже, тут даже веселее, чем у нас в Данноле. По дороге будьте начеку. Герцог отдал весь город на откуп гвардейцам. Они могут напасть на вас. Они меня не заметили. Славное место. Заберитесь в Адермир, уничтожьте убийцу и узнайте, где сейчас Соколов. Думаю, Гепатия должна вам помочь. Она славная. Увидимся в Адермире. Когда я отключу сторожевую вышку, сразу подгоняйте шлюпку. Лицо закрывать не обязательно. То, как пыли, и нет почти. Ты ж Кипера знаешь? Падший дом. Приезд не числится. Маску носит. Вечером будь карманом. Глупо. Вечером поиграли. Вечером идем играть в кости. Все одинаковые. Все ноете, выпрашиваете что-нибудь. Хоть раз скажи мне правду, ублюдок. Сколько ты за это получишь, Рамос? Майя, ни слова больше. Все настало. Пора его проучить. Сучий срывняк. Если это называется... Я хочу заявить карты. Следующее. Что творится с этим городом? В связи с политическими убийствами. Ко всему надо быть готовым. Подпольный рынок. Здесь торгуют оружием и снаряжением. Пойди сюда. И новых рабочих. Подчинение обязательно. Заходи. Если ты здесь, значит и торговать с тобой можно. Надо вздремнуть. Ничего не приглянулось? У меня есть кое-что для тебя. Почему вы в маске? Не мое дело. Я Минди Бланшар. А ты, похоже, любишь совать нос в чужие дела. Поможешь мне в одном дельце? Как говорится, за мной не заржавеет. Мне нужно в Адермирский институт. Сможешь провести? Легко. Я там все знаю. Достань мне одного чувачка, и я тебе помогу. Не бойся, он уже умер. Принести мертвеца? Откуда? Он лежит на форпосте смотрителей. Они думают, он был колдуном. А зачем мне мертвяк? Дело мое. Проберись к ним.
Забери труп и жди в подвале у зубодера, тут неподалеку. Я подумаю. Неужели нас остановит пара трупных ос? Я с тобой. Тут все заражено. Не торопиться, не подходить к гнездам и не давать осам впрыснуть яд и отложить яйца. И что там полно трупных ос. Ворот, если там пройти, то выйдешь уже за световой стеной. Если ты и правда хочешь... Что? Мне нужна помощь! Стража! Человеку люди! Плохо! На помощь! Зовите гвардейцев! За мной охотится половина империи. В глубине души мне даже интересно, что будет, если меня найдут. Thank you.
телохранитель. Здесь стало опасно. Жалкая крыса. Я же сказал, что будет, если на меня донесешь. Я предупреждал. Не надо. У меня не было выбора. Что происходит? Не надо. Раньше надо было думать, Рабола. Знаешь, что сейчас будет? Проклятие на мою голову. Я не хочу умирать. Тебе как? Никуда ты не денешься. Мы избавляемся от крыса. Если будут спрашивать, он я сам крепко бью. Не уйдешь. Я цель остановить. По мне стрельни, ну! Жалкая крыса. Я же сказал, что будет, если на меня донесешь. Я предупреждал. Не надо. У меня не было выбора. Не надо. Раньше надо было думать, Рапола. Знаешь, что сейчас будет? Вот так мы избавляемся от крыс. Так. Проклятие на мою голову. Он сам побежал. Да, мы не успели остановить. Ну все. Пошли! Тут что творится? Бежать куда что? Она делась? Она не могла эй, далеко уйти. Ветряк нормально крутится? Все в порядке? Мне не до шуток. Все вертится. Выходи! Электричество полно. Хорошо. Ну давай! Эта штука мне получше не будет, чем баки с ворванью. Ветер-то никогда не закончится. Вот сука, ты где она? Если только с ветряком ничего не случится. Они тоже ломаются. Иногда избыточный заряд. Когда ветер слишком сильный, типа когда шторм... Во время к световой стене лучше не подходить. Да, могу представить. Ты труп! Я? Я не хочу умирать! Что? Да ну! Вы это слышали? Она ранена! Прикончить ее! Говная! Шерстяную ткань. Все чешется. Почему нельзя ходить в обычной одежде? Черт, съел. Что за черт? Надо думать о слове, а не о поцелуйках. Я поцелую. Со
караем и защищаем. Тут кто-то есть? Что-то не так? Думаешь, тебя нет? Не в этот раз. Такое нельзя пропустить. Мимоза расцвела. Давайте устроим пикник. Что? Кого-то убили. Завтра будут сигары. Хотите купить? Точно. Нет. А. Давай уже, шевелись. Побыстрей. Не знаю. Тело-то где? Мне тело нужно. Мы подождем здесь. Принеси нам труп. Если это крыса... Эй! Тут что творится? Что еще стрясло? Интересно, кто это был? Во имя запрет! Что за... Стоять! Я не хочу! Не стоять! Умирать. Чего тут скрывать? Мне страшно. Да. Кто здесь? Как ты смеешь? И станут пожирать. Вас кого-то убили! Что это было? Что тут случилось? Я вот думаю, не стоит ли изготавливать свои шарманки в каждом регионе. Например, здесь, в городе. Отстаньте! Что тут происходит? А! Стража! Люди! Что? Да это было? На помощь! Убьют вас! А? Я излечу мир от тебе подобных! Защищайся! Веду ритуалы над твоим нечестивым трупом. Ты заплатишь за его смерть! Да ну! Надо сосредоточиться на запретах. Все приходящее. Что приносит тревогу. Все пройдет. Может, сегодня один из моих милых братьев окрасит мою маску в черный цвет? Я не очень понимаю, в чем дело, но этот труп еретика очень важен. Давайте подождем наместника. Когда будет мир? Сейчас он занят. Сказал, что пришлет кого-нибудь. Может, смотрителя Кендану. А мы пока побудем здесь. А труп случайно не привлечет трупных ос? Нет, я его уже посыпал. Ос пока можно не бояться. А вот если сюда кто-то придет... Вот он, труп для Минди.
Если... А? Ну все, тебе конец! Что? Не делай грязную работу, если есть кого-то... О, он у тебя. Положи его в яму. Карнак обойдется... Зараза! Ну да! Не ссорься со стенателями. Мы сила, и однажды мы подгребем под себя весь город. Бежать некуда! Отыщем же незваного. Друг Риосы! Кто? На помощь! Там точно кто-то есть. Я! Помогите! Я не хочу умирать! О, нет, нет, нет! Что за жизнь? Станция Адермир. Отсюда я доберусь до института. Не идет! Не уйдешь! Твоя вина в том, что ты стоишь на моем... Не впечатляет! Сюда! Не дайте ей убежать! Я сдался! Ого! Твою голову верни! Ребра, сколько она весит! Знай свое место! Не делай грязную работу, есть... О, он у тебя. Положи его. Молодец, держи. Не буду спрашивать, зачем он тебе. Так как попасть в Адерми? Я отправила паренька обесточить рельсы. Пока тока нет, можешь по ним ходить, куда вздумается. На той стороне есть станция, оттуда доедешь в Адермир. Ну, хоть так. Спасибо за помощь.